Тут еще более бешеные иксы. Зайди по ссылке и убедись. КС Горан, уля-ля, что за сайт? Зачем я это сказал? У меня в Америке тоже была одна ситуация. А там же сверху заглавная тема, ну, типа, четыре точки. Поэтому ты можешь говорить всю, понял? У нас нет темы. У меня здесь в Америке тоже была одна хуйня. Тут, типа, когда в KFC приходишь, делаешь заказ на этом автомате, там имя надо свое указывать. И когда заказ готов, там, типа, кричат твое имя, и что, типа, вот готово, подходи. И я решил, типа, блядь, написать слово на букву «П». Так. Вот это самое запретное. Ебать, там на все заведение, нахуй, она кричит. Ага, готово, потом опять. Я же говорю, блядь, тихо, нахуй. Ебать, и прикинь, класс. А прикинь, а это в рестике одни, короче, русскоговорящие типы такие, блядь, да кто это? И выходит такой Хесус, понял? Ебать, забирает свой заказ. Я подхожу. Это я, да. Я подхожу, забираю. Он такой, ну тут...